Северная Корея официально объявила о том, что станет ядерной державой. Это диктаторская страна, номер один в мире. Да, диктаторская, но страна с мощной левой идеологией. Об этом сказал правозащитник Аветик Ишханян. Конечно, уровень жизни народа в Северной Корее невысок, но есть государственная и социальная поддержка. Военная служба в Северной Корее обязательна и длится 10 лет. Мягко говоря, такие могущественные страны, как Япония и даже США, настороженно относятся к Северной Корее. Хотели бы вы, чтобы Армения была такой страной, как Северная Корея? Конечно же нет. Если бы это было так, я либо попал бы в тюрьму, либо был бы казнен, либо в лучшем случае был бы сослан. Но не удивляйтесь, я бы предпочел, чтобы Армения была Северной Кореей, чем побежденной, потерянной территорией, презираемой всеми странами, жалкой, бесцельной, безыдейной страной революционной диктатуры. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.